Детские сады и их доступность обсудили на заседании регионального правительства. Дороже всего дошкольные учреждения обходятся родителям из Иваново и Ивановского района. Самый дешевый вариант для жителей Вичуги и Вичугского района. Средняя стоимость детского сада по области – 1198 рублей. Однако, даже не испытывая финансовых трудностей, отдать чадо в детский сад Ивановской области не так уж и просто. В электронной очереди сейчас находится 15 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. И для того, чтобы всех устроить в дошкольное учреждение, к 2016 году нужно 800 миллионов рублей. На эти средства можно будет построить 6 учреждений и 3 реконструировать. Очень большое количество детей записано родителями от 2 месяцев до 1,5 лет. Это достаточно большое количество. Но для нас самая сложная ситуация, которую мы отслеживаем, это дети, количество детей в возрасте от 2 до 3 лет. Это 2 с небольшим тысячи на сегодняшний день в электронной очереди есть. Вот 1600 мест мы будем создавать за счет наших собственных возможностей, возможностей региона. И очень надеемся, что в этом году все же мы получим, во второй этап мы вступаем, получим достаточные средства для того, чтобы строить.